В программе вечера Сочинский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Олега Солдатова представит музыку Йозефа Гайдна, Джоаккино Россини и Сергея Прокофьева, чей 125-летний юбилей отмечается в этом году. Откроет концерт бодрая и жизнерадостная симфония номер 83, получившая от современников австрийского композитора название «Курица». Прозвучит также увертюра Россини к опере «Сорока-воровка». Самым интересным для слушателей станет премьерное исполнение вокального цикла Сергея Прокофьева «Гадкий утенок» по знаменитой сказке Ганса Христиана Андерсена. То же самое произошло, можно сказать, с непохожей композиторской судьбой Прокофьева, который в начале 20 века испытал удары судьбы, вот именно из-за своего характера, из-за своего стиля, не похожего ни на какой другой. Музыкальную сказку слушателям представит обладательница чарующего сопрано Екатерина Богачева. Недавно она стала стипендиатом правительства России для молодых деятелей культуры и искусства. Ну а произведение Прокофьева в органном зале сочинцы услышат еще не раз. В честь юбилея русского композитора пройдет ряд концертных программ. Татьяна Говоркова, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.